Всем привет, дорогие друзья. Точнее, добрый день вам на канале Веселая Семейка. Если кто попал к нам впервые, то меня зовут Света, Лаки Место. Да что ты будешь делать, собаки такие, а? Тихо! Вообще не слушают. В общем, сегодня снимать начинаю уже ближе к вечеру. Сейчас я отправляюсь в Фикс Прайс, чтобы купить кое-что необходимое. На улице сегодня обалденная погодка. Мишка сегодня пускал пузыри, правда, я ничего не снимала. Поснимаю завтра. Думаю, что завтра погодка будет тоже хорошая. Так, ну что, отправляемся в машинку, чтобы сильно не терять время. А Саша остался дома со спящим Мишей. Он заделывает окна. Сейчас я его даже покажу. Вон там его в окне видно. Разглядите или нет. Он прячется. В общем, там за окном Саша. Лиз, ты что, с ума сошла? Это зимние ботинки, их надо убрать. Черно-розовые кроссовки надо достать из домика. Ну я их найти не могу. Найди, придется. Ну не в зимних же ботинках идти, Лиза. Ну что поделаешь, значит остаешься дома. Катюшка сегодня писала в ВПР, всероссийскую проверочную работу по математике. И как она мне сказала по телефону, она занималась у бабушки, и по телефону мне сказала, что она сделала все 13 заданий, но не факт, что правильно. Так что четверка, я думаю, нам обеспечена. Вот. Ну, а может быть даже пятерочка. Сейчас она идет домой, но правда я ее увижу только когда вернусь. Сейчас, если не дождусь Лизаветку, поеду без нее, потому что она мне, честно говоря, уже мозг немножечко вынесла. Ходит и истерики закатывает. Я говорю, надо достать из сарая кроссовочки. Нет, блин, надела зимние сапоги, фактически. Это капец. Ну что, мы сходили в Фикс Прайс. И вот, что мы накупили. Лизка теперь будет ходить вот с такой вот сумочкой. Яркой, красивой. Которую я всегда бы хотела. Да? Хотела? Да. Ну, та порвалась, в этой будешь ходить. Взяли кучу сланцев. Синенькие мне, синенькие Лизы и красненькие, розовенькие Кати. Бритвочки, за которыми, собственно, ехали. И ленту от мух. Пошли бороться с мухами. Пойдем. И, конечно же, попить. Лиза говорит, это твой собрат. Ты про кого? Вот эта машинка. Почему? Потому что она немножко похожа. Но не полностью, поэтому собрат, а не брат. А, вон она логика. Короче, Лизка сейчас будет расчехлять эти в кавках. В общем, ну такие достаточно годные сланцы для 99 рублей. Это новиночка, я так понимаю, в Фикс Прайсе. Будем с Лизкой опять ходить в одинаковых. У нас, по-моему, цвет в прошлый раз был одинаковый, не? Как он? Когда-то у нас тоже был одинаковый цвет. Свои? Нет, с Катей. По-моему, с Катей. И она все время у меня тырила. Да, это с Катей было. Вот только попробуй стырить. Возьмешь краску, не смывающуюся, и нарисуешь на своих бабочке. О, не, знаешь, что мы сделаем? Надо слепить бабочки из легкого пластилина и приклеить тебе украшение. Пойдет? Помочь? Сама. Сама? Ну давай. Ох ты какая! Она порвала эту штуку. Нет, она отстегивает. Ее отстегнула? Ну давай, обувай, показывай свои ножки. Придется тебе ноги наверх задрать. Ну что, кайф? Кайф. Мы здесь вообще приноровились ходить все лето вот так вот в сланцах, да? Угу. Удобно, да? Угу. Удобнее, чем в прошлом году были? А? Угу. Так думаешь? Нет? Нет. Какие лучше? Так же. Так же? Ну, в общем, мы покупаем на сезон себе вот такие вот по 99, там, 100 рублей резиновые. И во двор выскочить быстренько, и когда лень что-то обувать, тоже выскакиваешь у них. Ну, в общем, сезон они держатся за свои 99 рублей, а вот Лиза поставила Миринду прямо на солнце, и сейчас она у нее нагреется. Ну, а я буду пепси выпить. Капец, у нас стало жарко, то, что я в кофте, не обращайте внимания, мне просто нужны были карманы какие-нибудь. Поэтому я использую кофту как карманы, но мне в ней капец как жарко. Блаженство. А Лизка там мучается, открыть не может, на меня поглядывает. Ура, лето, да? Лизка, ты же язык высунула. Мы приехали с Лизой в еще один магазин. Лиза, ты где?
Ну как тебе, в тапках удобно? Классно, как пошли. Будто на каблуках. Мы решили, что мы купим сегодня еще семечек себе щелканных. Я за щелканными семечками иду. Немножечко. Да. Купим тебе, мне и Мише, который сейчас спит. В общем, идем в апельсин. Наверх. Киска уносится прямо с этими семечками. Стой, сказала. Ты врезалась, тетенька, ты чего? Ты че? Покажи, как ты их несла. Я-то хотела это, пока ты там пятилась, у тебя все разнеслось. Вот так. Все, понесли. Иди давай. А я еще прикупила чаечек. Гибер. Крепкий. Нам который мы сейчас пьем. Там написано гибер. А? Там написано гибер. Чичель написано. Там не Бибель, а Чичель написано. Это фамилия, по-моему, владельца магазина, если я не ошибаюсь. Так, все, давай руку. Давай руку, тут машин все. Сегодня вообще все за покупками собрались. Машин просто куча. Даже машину приткнуть фактически некуда. Поэтому мы встали около другого магазина. Как тепло, всех пригрело, все пошли по магазинам. Моя чистая машинка. Смотрите, прямо загляденье. Так, а где у меня ключи? Папа помыл с Мишей. Ты видео не смотрела, как они мыли? Я Мишку снимала. Что, у нас уже вечер? Совсем вечер. Уже стемнело. И мы сейчас отправляемся до наших бабушек. Будем обсуждать их крышу, их ремонт. Потому что будем в нем участвовать. Будем им делать. А потом вернемся. Саша обещал доделать последнее окно там. В комнате я вам тогда покажу, как получилось. Уже с ровненькими откосами. По-моему, это откосы называется. В общем, поехали. Сейчас я буду не за рулем. Все, мы уже дома. Чайку попили. Смотрите, одно окно у нас фактически готово. Вверх Саша подмазал. И начал второе окно. Завтра закончит и будем заделывать то окно, которое справа в стенке. Да, Лиза? Кровать стоит посреди комнаты, и Лиза на ней возлежит. Скажи привет. Привет. Что делаешь? Шпалю. Шпишь? Миша, тебе открыть семечки? Ну что, надо еще немножечко поработать, поснимать видео, если хватит сейчас сил. Ставлю камеру на зарядку сейчас. Так, надо посмотреть, что у меня там. Сколько просмотров набрала последнее видео. В общем, все, уже ночь. С трудом уложила Мишу. Вообще с трудом. Ничего поснимать не смогла. Пойду сейчас спать. Надеюсь, что встану завтра утром. Но вообще времени уже 11:30. Мишу Саша забрал спать. Он вообще очень-очень сложно засыпал в этот раз. Это вообще капец. В общем, всем, кто ложится спать, спокойной ночи. И увидимся завтра в новом влоге. Пока-пока.